Так ты идешь? Нет, еще не получится. Только не здесь. Только не здесь. Кони, Кони. Видишь, вот в чем дело. Ты пойми, это все моя гениальность. Раньше я была портнихой, а потом я поняла. Я подумала, что я могу создавать эти штучки получше, чем кто-либо. Ты знаешь, 60% этой страны будут носить мои вещи. 60%, да, как бы то ни было, это большой номер. Слушай, наконец-то ты поработала над Гежем доклад. Что скажешь? Господи, ты выглядишь как ведьма самостоящая. Поменьше, поменьше цвета. Ламбада, ламбада. И все чего-то хотят делать. Знаешь, что я делаю? Понимаешь, я занимаюсь всеми этими делами. Скажем так, я покупаю 15 образцов черного платья. Делаю некоторые классические испанские штучки. Нет, нет, не это, а зеленое. Хорошо. В общем, как бы то ни было, я все это либо увеличиваю, либо зауживаю. И, пожалуйста, платье, которое стоило $20, стоит $2000. Ну что скажешь? Неплохо? Ножницы. Теперь повернись. Отлично. Великолепно. Ну что же, ножки тоже нужно показывать. Давай, поработай. Большинство покупателей мужчин, нужно давать им то, чего они хотят. С тобой все в порядке? Да, все в порядке. Нет, просто твоя ухмылочка. В чем дело? Ты что, раньше никогда голых женщин не видел? Много времени прошло с тех пор. Ты Роузи? Да. Я Кристал. А, ты та самая, которая заменяет веранду. Да. Я решила перышко использовать. Избавь.